дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Ну, в этом видосике хочу познакомить вас с главной фишкой новой прошивки от единого интерфейса OneUI 6.0, ну, естественно, VRUS 5.0. Давайте покажу вам, я обновил свои часики до этой версии, смог бетку поставить на них. Почему? Потому что у меня здесь стоит корейский регион на часах, именно по этой причине я смог это сделать. Так, у Galaxy, давайте зайдем сейчас у Galaxy Watch, и здесь среднее ПО, смотрите, пожалуйста, вот, 6.0 Watch, и, пожалуйста, еще версия VRUS 5.0. Какая, значит, фишечка здесь главная? А фишечка главная здесь апноэ во сне. Вот, вот так сейчас выглядит монитор Samsung. Здоровье монитор, в данном случае здесь апноэ во сне, и есть вот такая вот фишечка. Ну и потом, естественно, артериальное давление и ЭКГ. Сейчас покажу вам, как это все дело вообще работает, а потом покажу, где это работает или в каких странах это работает, как это вообще выглядит. Выглядит, значит, следующим образом. Вот так артериальное давление сейчас на новой версии выглядит. Дальше ЭКГ. Вот так выглядит и апноэ. Апноэ измеряется только автоматически. Ну а теперь, что это вообще такое об апноэ во сне? Вот смотрите, что такое апноэ, нажимаем. Апноэ во сне – это серьезное нарушение, при котором ваше дыхание останавливается или становится поверхностным. Причиной апноэ могут быть слишком расслабленные мышцы горла, блокирующие дыхательные пути. Апноэ во сне может нарушать дыхание во время сна и привести к тому, что организм будет получать меньше кислорода, чем нужно. А это уже может привести к повреждениям сердца и мозга. Другими словами, видимо, какая-то штучка такая распространенная. Распространенность апноэ, симптомы апноэ во сне. Здесь же написано повышенная сонливость в дневное время, громкий храп, период, в течение которых вы не дышите обычно. О них сообщают другие люди. Пробуждение от отдышки или удушья, пробуждение с сухостью во рту или болью в горле, утренние головные боли, проблемы с концентрацией в течение дня, повышенная раздражительность. Не у всех людей апноэ во сне есть все указанные симптомы. Ну и потенциальные проблемы при наличии. Если не лечить апноэ, оно может негативно повлиять на вашу повседневную жизнь и стать причиной хронических проблем со здоровьем. Когнитивные расстройства, проблемы с концентрацией, с памятью, продуктивностью, деменция, раздражительность, депрессия, сахарный диабет, высокое артериальное давление, проблемы с сердцем, инсульт, мерцательное предсердечие. Если вы плохо себя чувствуете, обратитесь к врачу, даже если устройство не выявило признаков обструктивного апноэ во сне. Вот так, значит. Ну, как вы видели, это все во сне измеряется. Я его еще не пробовал, вчера только установил. Также это обновилось и появилась такая вот тема на прошлой версии прошивки, которая сейчас стоит у нас официальная, да, но она не работает. Вот видите, есть здесь тоже апноэ во сне показано, но повторно пытаетесь найти устройство, оно не находит. Здесь оно, видите, и отсутствует. Его просто здесь нет. Ну и у меня что-то вылетает. Я его вчера официально удалил, а потом опять поставил и попытался установить версию с часов. С этих я ее скопировал, АПК-шечку. И попробовал установить, бесполезно, не устанавливается. Другими словами, это новая версия приложения для часов. Здесь она установлена уже, они подготавливаются, видимо, к тому, чтобы запустить это на основной прошивочке, которая будет уже официальная, когда выйдет VRUS 5.0. Но от них она не устанавливается на эти часики. Бесполезно, короче, это нужна новая прошивка, чтобы новая версия приложения встала. Ну, ссылочку со мной на нее оставлю. Она будет в описании видео, а также в закрепленном комментарии. Что у нас значит и где это все дело будет работать? Вот. Вот так оно называется.
и работать будет вот в этих странах. Ну, Россия есть. Видите, Россия есть. Стран немного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 13 стран, где это будет работать. В России, слава богу, будет работать, поэтому уже хорошо. Будем ждать, когда это все запустится. Ну, а я это промониторю и покажу, наверное, завтра тогда, да, сегодня ночью просплю, посмотрю, выявит, не выявит у меня данная приложуха апноэ. Ну и в коротеньком видосике, получается, завтра с утреца, может быть, или в обед я это все выложу. Ну а вы были на канале SmartWatch, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Кстати, скоро придут двое новых часов мне на обзорчик. Одни из этих часиков я уже решил кому подарить, ну а вторые буду разыгрывать. Смотрите видос, не пропустите.